Всем привет, это Вездеход, и сегодня мы находимся на премьере фильма «Ва-банк». Здесь будет Джастин Тимберлейк, Бен Аффлек. Я думаю, что после просмотра этой премьеры мы будем такие же счастливые, будто мы сорвали флеш-райл. Пойдемте посмотрим, что же это будет. Я должен заплатить 60 тысяч через неделю? Я без штанов останусь. Добро пожаловать в реальный мир, мистер Фёрст. Ты хочешь заработать на учебу игрой? У меня нет богатого папаши. Ты заметил это? Пришел ко мне. Вот тебе за хлопоты. Ну и если хочешь, можешь остаться и заняться серьезными делами. Полтора года, и у тебя сумма с 6 нулями. Устанешь тратить? Похоже на тех, кто хочет урвать кусок от моего пирога. Привет, девчонки. Как ощущение после просмотра премьеры? Вообще, такое двоякое ощущение. Скажем, это не комедия, да? Это не фильм, где можно похохотать. Он держал в течение всего этого времени в напряжении, и ты сидел и думал, блин, а что же произойдет дальше? Но, безусловно, понравился. Азарт – страшная штука, которая затягивает тебя в омут, с головой утаскивает нафиг, и все, оттуда очень тяжело выбраться. Именно об этом и есть этот фильм, да, то есть здесь показывается сторона онлайн-казино. Скажи, пожалуйста, ты сам когда-нибудь играл в покер или вообще в азартные игры? Девушка Данила Иванова. Диана, скажи, пожалуйста, кто круче, кто Джастин Тимберлейк или Бен Аффлек? Ну, насчет того, что говорить, это не про меня, хоть я и девушка Данила Иванова, но Бен Аффлек мне безумно понравился после этого фильма. А Тимберлейк, я его, в принципе, не люблю, поэтому Бен Аффлек круче. Скажи, а как же сам Данил? Данил? Ну, ты его не рассматриваешь в качестве... Конечно, до Бен Аффлека он не тянет, но все равно я его люблю. Но фильм классный. Вот скажи, пожалуйста, ты пришла на премьеру фильма «Ва-банк». Что ты ждешь от этого фильма? Если честно, я пришла посмотреть на возмужавшего Джастина Тимберлейка. Вы любите рисковать? Очень. По поводу Джастина Тимберлейка. Он до сих пор выглядит так молодо. Я все жду, когда он будет, как знаете, как нынешний Ди Каприо, который расцвел. А ваш секс-символ в этом плане кто? Ну, если выбирать Бен Аффлек или Тимберлейк, то да, тоже Тимберлейк. Бен Аффлек слишком качок, да? Покер играл. Ну, как-то несерьезно, наверное, так. То есть, вот как эти ребята в фильме. Скажи, пожалуйста, у тебя бывали в жизни такие моменты, когда ты шел в ва-банк? Да, каждый день. Удачи, сэр. Вот и закончилась премьера фильма «Ва-банк». Фильм очень понравился. Игра актеров, она живая, настоящая. Этот фильм особенно понравится тем, кто любит играть в покер или вообще относится с любовью к казино. И, конечно же, девочкам, которые любят красивых мужчин. С вами был Вездеход, и я, Бородихина Анастасия, специально для Gonza.kz. I'm Ollie.